Здравствуйте. 27 октября. День рождения Ивана Владимировича Мичурина. Всю жизнь человек положил на алтарь выращивать такие фрукты, выводить буквально с маленьких яблок, таких вот, увеличивая все время, создавая продукты, видите, это Golden Delicious. И получать потом уже вот такие вот яблоки, большие, здоровые. Для сравнения, спичный коробок я поставил, чтобы можно было видеть. Человек прошел очень долгий путь, ему предлагали уехать в Америку. Ему предлагали золотые горы за свои растения. Он остался в своей стране и продолжал давать знания по выращиванию фруктов. Хотя некоторые, тоже родившиеся в октябре, давали указания, чтобы бульдозером давить фрукты. Явно бы Иван Владимирович не одобрил такие действия. Поэтому нельзя сравнивать всех под одну гребенку. Есть люди, которые все делают для человечества, а есть, которыми будут пугать детей маленьких. На старости лет у Ивана Владимировича забрали сады. Человек не сложил руки, а продолжал выращивать цитрусы на окне. Это мандарин Михавасы. Вот он. Видно здесь крепление. Уже начинает желтеть. Зависть были два плодика. Один плодик не захотел завязаться, а второй завязался. Молодые листья показывают, что растению не хватило солнца, чтобы усвоить азот. Потому что азот я стараюсь кормить по норме. Но когда уже идет зима, мало солнца, азот не усваивается. Поэтому такую веточку можно будет аккуратненько обрезать. Или вот так вот удалить все эти желтые листья. Они уже не дадут нам нормального растения. Вот нормальный лист. Зеленый. Способствует созреванию ягоды. Поэтому такие листья оставляем. Вот эту вот мелочь можно будет удалить. Они уже ничего нам не дадут и не спасут растения. Они просто показывают, что растение идет хлороз. Хлороз идет из-за нехватки света, солнечного света. Спасибо, что смотрите мой канал, кликаете и подписывайтесь. Потому что, извините, выращивать такие яблоки, я буду рассказывать обязательно, как получить не вот такую мелочь, а хотя бы такие яблоки, но для детей в школу нужны вот такого вот размера. Потому что ребенок не съест большое яблоко и будет валяться в портфеле или в парте там. Съел за перемену 2-3 яблока. Ну, разве что поделился с друзьями. Пока. До новых встреч. Счастливо.